юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторически российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку «Турция», да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Восток, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало.